Эта история касается очень много, огромного количества людей, которые испытывают эти страшные проблемы. Почему это происходит с людьми? Вот попытка ответить на этот вопрос, возможно, будет рассказ истории Енины Соколова. Истории практически документальной. И вот наша картина будет попыткой рассказать о том, как это попытаться преодолеть. Эту боль, этот страх, этот постоянно существующий с тобой ужас. Очень важно для меня рассказать эту историю не с целью назидательных каких-то вещей, да, а с целью рассказать еще о том, что самым главным лекарством для человека всегда будет любовь.